Приветствую вас. Я бы, наверное, вам порекомендовал бы дальше повышать свою самооценку, как это не странно звучало бы, вот, но я бы порекомендовал вам дальше повышать свою самооценку, потому что тот факт, что вы ну, боитесь, условно говоря, да, вот вы боитесь ну, выходить вы боитесь из отношений с своим мужем, говорит о том все-таки, что не совсем вы стали самостоятельны и не совсем вы приняли себя полностью вот такой, да, какая вы есть, вот. То есть, может быть, какой-то прогресс у вас имеет место быть, может быть. Именно прогресс какой-то. Но этого прогресса сейчас, на данный момент, явно недостаточно для того, чтобы вам решиться уйти от мужа. И, в общем-то, если вы чувствуете, что у вас, к примеру, ну, что вы звезда, если вы чувствуете, что вы звезда, да, то вам имеет смысл, значит, дальше в этом направлении двигаться, вот, то есть сейчас вы, ну, по сути, в общем-то, находитесь, ну, на полпути к этому. Вот. Понимаете, какая штука? А вы находитесь сейчас именно на полпути к тому, чтобы стать полноценной. Вот. А пока что вы двигаетесь просто в этом направлении, вы двигаетесь в этом направлении, но вы не дошли до этого момента, вот. А совершенно очевидно, что в себе вы не уверены, совершенно очевидно, что в себе вы сомневаетесь, совершенно очевидно, что от мужа уйти, грубо говоря, вы боитесь, вот. Ну, чего-то вы опасаетесь, да? Вот. И, в общем, на мой взгляд, вот тут нужно смотреть на то, почему вы не можете решиться, вот. То есть, несмотря на то, что вы своего мужчину больше не любите, своего мужа больше не любите, да? А вот, как вы говорите, все у вас угасло. А несмотря на это, вы все равно боитесь от него уйти. То есть, вот этот момент, мне кажется, достаточно важный. Вот. И его, на мой взгляд, нужно исследовать вам, вот, на мой взгляд, да, то есть в чем вы не уверены в себе, вот, возможно, вас страшат некие перемены в жизни, возможно, вы боитесь каких-то перемен в жизни. А, возможно, есть еще какие-то моменты, какие-то элементы, ситуации, которые как-то вас ограничивают, вот. Но, так или иначе, в этом направлении вам
имеет смысл дальше двигаться, на мой, по крайней мере, взгляд, потому как вы не удовлетворены своей жизнью. А вот, с другой стороны, вы можете гармонизировать отношения в своей паре, если у вас есть такое желание, если у вас есть такая потребность, вы можете это сделать, можете гармонизировать отношения. Ну вот, между вами, да, между вами и вашим мужем, вот, но понятно, что у вас не получится это сделать, если вы не будете, значит, двигаться навстречу друг другу, вот, то есть, разберитесь с своими чувствами, да, то есть, что вы чувствуете, что вы ощущаете, что вы испытываете к своему именно мужу, да, вот. И осталось ли, например, у вас к нему что-то еще, да, помимо, например, обиды, помимо какого-то раздражения, да, и так далее. Понятно, что муж, он воспринимает вас как некую собственность, да, и он вас именно поэтому контролируют. И вопрос, опять же, заключается в том, как вы сами к этому относитесь. Да, то есть, вот, как вы относитесь к тому, что он пытается вас контролировать, что он пытается, значит, проявлять сейчас к вам внимание. Понятно, что это... что это условность, понятно, что это условность, понятно, что сейчас это вы просто понимаете, что он не хочет вас терять. Вот, это все понятно, это все предельно ясно. Вот, но вопрос заключается в том, что вам хочется дальше. Вот, понимаете, какая штука. Вот, и, собственно, в этом, наверное, и заключается основной момент, да? Вот. То есть, в этом и заключается основная история. В этом и заключается основная история. В этом и заключается то, куда вам сейчас нужно двигаться, по сути. Вот. То есть, да, другой мужчина, он дал вам возможность почувствовать себя, ну, женщиной, да, почувствовать себя кем-то другим, да, вот, другой мужчина позволил вам это сделать, но что дальше? Как бы, что дальше? То есть, как дальше будет складываться ваша жизнь? Да. Вот, вам нужно полагаться на себя, на себя. Вот. Прошу заметить, что изначально вы сомневались в своей ценности, изначально вы выбирали мужчину, который просто добрый не пьет, то есть это такая была позиция, что, ну, хоть такой, да, вот, хоть так, хоть такая история.
И вот вы и получили хоть такую историю. То есть это именно вот хоть такая история, хоть такой мужчина. Понимаете, да? Именно хоть такой. Вот, к сожалению. Примерно так. Я мог бы вам ответить на вопрос, который вы задаете. Вам можно и нужно разбираться в себе, можно и нужно разобраться в себе, можно и нужно понять себя, поработать со своими чувствами, с тем, что вы испытываете к мужу и так далее. Что вам дает, грубо говоря, ощутить ваш любовник, да, что он вам дает почувствовать. Это очень важная история. На самом деле. То, как вы воспринимаете своего значит, любовника, да, кто, как вы воспринимаете его, тоже очень важно. Тоже очень важный момент. Потому что любовник это та другая вы, какой вы можете быть. Вот. И от того, понимаете ли вы это или нет, зависит ваше будущее. Такая вот история. Я надеюсь, что это было так или иначе вам полезно. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Месть это желание возмездия, я вас понимаю, но месть вам ничего хорошего не даст. Кроме каких-то обид, кроме каких-то таких негативных эмоций. Еще, ну, снова и снова, да, вот, поэтому, такая вот история, сейчас я прочту ваш вопрос, так, мужу 22 года, сказать, что любил его не могу, просто устраивал, а почему же вы вот решили связать свою жизнь с человеком, который устраивал? В чужом городе, а как вы оказались в чужом городе, деться было некуда. То есть это позиция жертвы, из которой вы нашли выход положиться на другого человека. Он не пьет, добрый и любит меня, наверное. То есть вы даже не уверены в этом. Но опять же, а вы, то есть вы здесь пренебрегаете своими чувствами. Сейчас хорошо относится, я ему была все 20 лет верна, 2 года назад заметил, что он меня игнорировал, стал в плане близости. А вы то, что вы ему верны были, воспринимаете как свою заслугу? Я несколько раз пытался об этом поговорить, говорил, что устает. Сказал, я же могу без этого, и ты сможешь. Ну, то есть это такая эгоистичная позиция. Обидно было до слез. Кому я нужна в 40-40, думала я. Ну, в первую очередь, вы нужны себе. Ну, очевидно, что вы в этом сомневаетесь. Опять же, обида, что говорит о том, что вы жертва. То есть, как бы... Ну, обида возникает из-за того, что вы переложили ответственность за свои желания на человека, на мужчину. Так, похудела, в спорт стала ходить в бассейн, но реакции ноль. Все это вы делали для него, я так понимаю. Решила посоветовать подруге, поднять самооценку, написала на сайт знакомств. Я не уверен, что поднять самооценку, значит написать на сайт знакомств. Тут поняла, что я звезда. В общем, встретила мужчину, которого любила. Встречаю 2 года. Замуж живет, я не могу решиться. А в чем проблема? Мы не можем решиться. В чем сложность? А в чем противоречие? Вот, в целом, вам бы разобраться в себе, решить, что делать с мужем. В случае, если вы все-таки с ним, то как-то рассмотреть вариант пожить одной, потому что получается, что вы одной не бываете. Вот, и дальше уже думать, потому что в противном случае одни созависимые отношения вы смените на другие, и все.
Если вам понравился мой ответ, буду благодарен еще за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.